Здорово, ребята. Купил двенашку за 20 тысяч рублей. Сейчас мы будем ее восстанавливать по перекупски. Купил колпаки на нее, потому что она на штамповках. Вот на таких колпаках будет машина. И у нее гнилые арки. Поэтому гниль на арках будем заделывать пластмассовыми накладками. Сейчас покажу, как она выглядит снаружи. Так, надо включить аварийку. Он все моргает. Чек горит, но это ничего страшного. Так. Вот такая вот машинка. Спереди даже еще ничего, маленько смотрится нормально. Немного ржавчины. Вот это мы сейчас будем заделывать нержавеющими элементами. Все как я люблю. Вот это я не знаю, чем заделывать. Надо тоже что-то придумать будет. Тут вот тоже пузыри надо. Не знаю, что с ними делать. Ну так, нормальный, короче, гнилой аппарат. Но это ничего страшного. Сейчас загоним к пацанам в гараж на час. Прикрутим сюда нержавеющие элементы из пластмассы. И все будет огонь. Сидухи. Вот такие себе рваные сидухи. Прям чехлы. Прямо ни о чем, так скажем. Ну-ка, аварийку-то я включил. У нас работает сзади. Так, левый поворотник работает. Правый поворотник работает. И даже габариты горят. Нифига себе, вот эта пушка-гонка. Ну-ка. О, двери открываются. О, вонючка. Вонючка под сидушкой лежит. Нормальная тема. Так. О, и эта дверь открывается. Ну вот в таком состоянии, значит, автомобиль. Чехлы эти, наверное, все содрать. Надо посмотреть, что там под ними. Кстати, даже есть музыка. Сейчас посмотрим музыку. Музыка, короче, Пионер какая-то. Тут как-то она даже включалась вчера. О. Даже качает. Музицирован, даже качает. Вообще просто пушка-гонка. Сейчас, думаю, ей дыры надо залатать пластмассой, короче. И, в принципе, загонять на моечку. И продавать, думаю, за 65 тысяч рублей я ее продам. Вот так, ребята, надо, короче, зарабатывать денежки, развивать канал, вкладывать бабки в канал. Короче, скоро будет все чики-пуки. Вот, короче, вот так нержавеющими элементами перевариваю кузов. Вот эту сторону уже сделал. Вот тут один нержавеющий элемент еще лежит. Вот тут. Тут, короче, тоже задняя арка уже почти готова. Там он. Там я не знаю, там ничего делать не буду. Чехлы снял, сидухи лучше без чехлов, чем были в чехлах. Сидухи пойдут. Нормальные. Все, короче. Пушка-гонка готовится на продажу. Сейчас на моечку, на комплекс. Сделал нержавеющими элементами арки. Все. Дыр почти что нет. Вот здесь только по низам остались дыры. Это как бы ничего страшного, все нормально. Сейчас загоню на мойку, потом поеду куплю краску в цвет. Вот эти рыжики все надо поддуть, подкрасить будет. Вот здесь арка, короче. Ну, там саморезов маленько, ну, как бы это нормально. Нормально. Все. На пластмассовое литье поставил. Сейчас будет вообще супер пушка-гонка. Нормально, преображается потихоньку. Сейчас еду на мойку. А, снял чехлы, без чехлов реально смотрится лучше. Так. Сейчас еду на мойку. Надо мыть это ведро. О, ручник даже держит, обалдеть. Ну вот, уже вечереет. Машинка наготовлена. Стало выглядеть реально намного лучше. Сейчас покажу салон. Вот салончик после мойки как выглядит. То есть вот сзади
Даже синенькая подсветочка какая-то есть. Как бы вот панель, все хорошо, чистенько, гладенько. Музыка есть. Даже работает. Все. Вот такой вот автомобиль получился. Сейчас буду выставлять его на Drom.ru. За 65 тысяч рублей без торга буду выставлять. И думаю, сегодня я его продам. Вот так вот, ребята. Спасибо, что посмотрели этот ролик. До новых встреч.